Бамбута и Колумбия представляет телесериал «Тихие воды». Какие у тебя проблемы? Скажи. Я целый день звонил Мелиссе, но она не отвечает. Скорее всего, пытается убежать. Теперь мне будет трудно ее вернуть. Фернандо, прошу, у тебя нельзя быть таким пессимистом. Тебе следует быть более уверенным в себе. Ты достоин любви, и более других ее заслуживаешь. Пепита, я допустил серьезную ошибку по отношению к Мелиссе, и вряд ли она меня простит. Если она тебя любит, то поймет и простит. В этом ты можешь быть уверен. Она не настолько глупа, чтобы терять тебя. Такого мужчину, как ты, она больше не встретит. Поверь, все образуется. Нет, Пепита, она не вернется к тебе. Наверное, она занята решением своих проблем, и ей не до меня. Я сам найду ее. Я буду стоять у ее дома столько, сколько понадобится. Фернандо, успокойся. Ты никуда не пойдешь и не оставишь меня одну, когда столько народу. Сядь. Такое нетерпение идет во вред. В вас, мужчинах, много мальчишества. Ты должен понять, что умение ждать – это привилегия мудрецов. И зачем искать то, что находится почти рядом? У тебя за спиной? Они прекрасная пара, прямо как из кино. Глядя на них, я испытываю зависть и возникает желание выйти замуж, хоть я и не верю в брак. Не говори так, Пепита. Ты в любой момент можешь передумать, никто не знает, что уготовано ему судьбой. Не знаю, как сложится моя судьба, но вашу судьбу я могу прогнозировать. Предчувствую, что вы до конца жизни останетесь вместе, и у вас будет куча детишек, которых я буду любить, как своих племянников. Что скажешь, Фернандо? Наша подруга угадала? Пепита настоящая колдунья, и она не ошибается. Уверен, что все так и будет. Я хочу иметь много детей. Если только ты не уедешь в Бостон вместе с братом. Тебе хотелось бы, чтобы я уехала? Разумеется, нет. Ты знаешь, я бы побежал следом за тобой. Я не уеду, Фернандо. Моя судьба быть здесь, рядом с тобой.